Меня часто спрашивают, какие выбрать виниры, композитные или керамические. Для меня ответ очевиден, это, конечно, реставрация из керамики. Почему? Потому что композит со временем меняется в цвете, набухает, темнеет, поскольку композитные виниры – это практически тот же пломбировочный материал на зубах. В отличие от керамических виниров, которые являются практически новой эмалью зуба. Мы можем абсолютно точно подобрать в цвет ваших зубов, либо создать новую улыбку. При этом керамика со временем не тускнеет, не меняет цвет, смотрится достаточно эстетично, обладает прозрачностью, что очень немаловажно, и создает эффект собственных зубов.